очень талантливый и с потрясающим чистым сердцем. Галина Улетова. Она вот шоу-бизнес и бизнес, это нет, не там. Она там, где огромное сердце. Это важно. Она сейчас, я надеюсь, что Галенька споет. Степановна меня познакомила с очень интересным композитором Владимиром Пипекиным из города Кемерово. Они меня пригласили записать его песню. Владимир меня пригласил на его творческий вечер, который проходил в Цедри. И вот были премьеры двух его песен в Цедри. Это было буквально где-то в марте, да, Карина Степановна? Да, вот. Потом я ее записала в студии. Да вот мысли все разбежались.
отчего судьба такая злая? Ох, тверда пуховая подушка, увела тебя моя подружка. Следующая песня, она сколько, ну, месяца два, наверное, я ее услышала. Только когда мне Карина Степановна сказала, вот я бы хотела, Галочка, спой, пожалуйста. Ну, и представляете, в течение этих двух месяцев, ну, почти, не буду говорить, что много, но почти каждое утро я просыпаюсь одной и той же фразой. «Чужой помады след». Что у тебя на шее? Да елки-моталки, когда же у меня это все закончится? Думаю, что никогда, потому что эта фраза, ключевая фраза, по-моему, каждый из нас, женщин, ну, может быть, исключения бывают, ну, редко. Итак, следующая песня на стихи Карины Филипповой. И Александр, музыка Александра Иванова. «Чужой помады след». Который день подряд в ярости на зло, который день подряд тебя волнует что-то, то холоден обед, то неопрятен стол, слова пощечины летят в меня без счета. Молчи, мой пустый. А он нет, не говори, что дьявольски устал. С утра все не в попад, не ладится работа. Что предали друзья, мне верить перестал. Плохое за спиной, подозреваешь, что там?
Сегодня не смею. Я понимаю все, но так мешает мне чужой помады след, что у тебя на шее. Подумать только, как небережна она. Такие не щадят ни близких, ни далеких. Отдать бы ей тебя, чтоб получил сполна. За всех обманутых, как я, и одиноких. Молчи, мой друг, молчи, мне прав, очень жаль, но я тебе помочь сегодня не смею. Я понимаю все, но как мешает мне чужой помады след, что у тебя на шее. Знать бы в тот вечер, как в этих встречах
Но между нами, знаете сами, как тяжело говорить слово «нет». Но между нами, знаете сами, как тяжело говорить слово «нет». Сегодня, видишь, свободно, встретившись тихо, сказала привет, что, да, любила, нет, не забыла. Снова увидимся вечером? Нет. Что в нем такого? Слово как слово, в общем, не ново, старый сюжет. Но между нами, знаете сами, как тяжело говорить слово «нет». Но между нами, знаете сами, как тяжело говорить слово «нет». Как тяжело говорить слово «нет».